Хорошо, пупсик, подписываюсь на тебя. Yes. Спасибо. Ну, как говорится, на все воля Божья, поэтому все, слава Богу, хорошо. Все живы, здоровы. Это самое главное. Доброе утро, Шалунишка. Спасибо. Помидоры жарить, ну можно их тушить. Но они сейчас потушатся. Че не спят? А че не спят? Так, если я так это... Яйца сгорят, если их вовремя не съесть. Можно, конечно. А на мангале, когда помидоры, баклажаны готовят, это что делается с ними? Это же все жарится, явно не тушится. Как вы считаете, а, мужчины? Шалун, тебе-то чего не спится, дорогой? А, меня зовут Анна. Васильевна. Спасибо, дорогие. Сила Ритаси. Я бы сейчас вам песни спела, но, к сожалению, не могу, потому что сейчас 5 утра в России, и вызовут тогда неотложку на меня. А, Шалун, ты пьешь, значит. Так, коптить? Ну, дорогой мой, я не могу себе костер сделать. А то точно приедут. Да, получилось не совсем то, что я хотела, но все же. Я пошел. Магомедов, куда? Пописать? Не уходи, дорогой. Ну или возвращайся. А, давай. Ну тогда ладно. Бумажку взял с собой? А куда едешь-то? Ты не сердись на меня, я просто шутник немножко. Ладно? Ой, как здорово. Наверное, из Москвы. Да? Домой на родину. С праздником вас, Магомедов. Всех мусульман с праздником. А мы никуда не едем, нас нигде не ждут. Хорошей дороги, Магомедов, вам. Так, пупсики, я там половину ничего не читала. Что-то он ли какое-то тут. Да без звука, у меня голос громкий. Тут все проснутся. А, Шалун, у тебя время-то позже, ничего себе. Приветствую, пупсики. Доброго утра. Отличного настроения всем. Илхам, приветствую вас. Размадбек. Доброго утра!
Пока-пока, Ислам, пока. Так. Thank you very much. I'm from Russia. Только в России жарят помидоры. Что-то мне писали. Приветствую я вас тоже. Thank you very much. Витек. Спасибо. Доброго утра, пупсики. Спасибо, все хорошо. Просто не спится что-то. Only one word. Спасибо. Thank you. Thank you only.